Свои документы в ЦИК сдала и выдвинутый от Демократической партии Казахстана Ак-Жол претендент Дания Еспаева. Она также предоставила весь необходимый пакет. На днях ей предстоит еще экзамен на знание государственного языка. Казахский язык – мой родной язык. Вы знаете, когда в первый класс пошла, я как раз-таки даже не знала русский язык. Так получилось, что меня воспитывал отец, это был старый человек, очень взрослый такой, и у нас дома было, мы разговаривали только на казахском языке. Ну, а потом была русская школа, конечно, в то время, там, где я училась, вообще казахской школы не было, был институт на русском языке, но, тем не менее, я свой язык хорошо знаю.